Погода вроде бы неплохая. Самое время снять 5 самых интересных и гениальнейших экспериментов. Всем привет, и как ни странно, вы находитесь у меня на канале. Мы начинаем. Итак, приступим к первому эксперименту. Что нам для него понадобится? Во-первых, вода. Я ее собрал в бутылке, это, в принципе, не важно, куда ее наливать. Дальше идет перекись водорода. Да, тоже нам понадобится. Я возьму вот такую вот маленькую прозрачную рюмку. Ну, потому что у меня очень мало перекиси водорода, поэтому буду в таком маленьком количестве. И марганцовка. Марганцовка тоже, да, нам понадобится. И что для начала нужно сделать? Для начала нужно, сейчас подвинем это сюда, налить. Ой. Нам нужно открыть марганцовку и засыпать ее туда. Туда. Так, оно должно окраситься. Чем бы перемешать таким? Например, вот этим вот циркулем. Ну, слишком оно такое фиолетовое. Мне кажется, ну, в принципе, должно получиться. Так, и теперь нужно налить туда перекиси водорода. Что происходит? Так, шипение идет. Идет шипение. Тут наверху что-то образовалось какое-то. В общем, а если еще чуть-чуть добавить? Так. Черт. Отсюда что-то... В общем, вот такой вот эксперимент. Марганцовка убрала свой фиолетовый окрас и превратилась в какую-то кока-колу. Но пить это я не советую. Итак, второй эксперимент. Что нам для него понадобится? Он будет немного менее зрелищный, чем прошлый, но все же довольно интересный. Нам понадобится, во-первых, бутылка с водой. И также нам понадобятся спички. Спички, да, нам понадобятся. Нам нужно достать несколько спичек. Спички, так... Так, вот это. И вот это. Так, вот это мы уберем. И теперь нам нужно открутить им вот эти части. Ну, именно сами вот эти части, где находится вещество, которое загорается. Вот где-то вот здесь. Вот. Сейчас я это сделаю и вернусь. Готово, я это сделал. И сейчас нам нужно их закинуть в бутылку. Надо открутить. Так, достал. И сейчас мы это должны засыпать. Так, берем и засыпаем. Так, все, они там. Сейчас вот одна, можно увидеть. А, вон и вторая. И теперь закручиваем пробку. Так. Так, нужно крепко обязательно закрутить. И теперь сейчас вот она одна. Теперь сжимаем. И она погружается в воду. Теперь отжимаем. И она постепенно поднимается обратно. Поднимается. И вот она опять практически на поверхности. И сейчас мы сделаем опять то же самое. И вот она опять опускается. Как какие-нибудь дайверы. Можно с этим поиграть, но мы перейдем к третьему эксперименту. Вот остальные здесь. Вот это у меня не получилось, потому что я первый раз делал. Остальные вот эти вот, вот это вот, если вот нажать.
вот там поехало. Эти получаются нормально. Ну а мы переходим к третьему эксперименту. Что нам понадобится для третьего эксперимента? Так, во-первых, понадобится вода и масло. Не обязательно золотая семечка, но главное, чтобы оно было. И также нам понадобится еще соль. Это, получается, должно получиться как лавовая лампа, вроде что-то того. И мы, пожалуй, приступим. Так. Сначала нужно налить воды. Так. Ну, а теперь нужно открутить. Тихо. Открутить и налить сюда. Так. Вот так нормально. Так, закручиваем. И теперь соль. Ее нужно посыпать на вот это вот все. Так, она опускается. И что, ничего не происходит? Так, может, нужно больше соли? Так, еще больше соли. Во! Видели? Так. Я так понимаю, нужно еще больше соли. Так. Еще больше соли. Во! Во, вот это лавовая лампа. Что-то она какая-то корявая немного. Так, соль тут еще осталась. В общем, оно сейчас должно пойти вверх. Вот, потихоньку. Во! Короче, это очень завораживает, но у меня маленькая емкость, поэтому получилось не так хорошо, как могло бы получиться. А мы переходим к четвертому эксперименту. Итак, что нам понадобится для четвертого эксперимента? Во-первых, это такая стеклянная тарелка, да. Дальше нам понадобится бутылка с водой, тоже, да. И ручка, а именно ее, черт, а именно ее стержень. Нам нужны именно чернила. Короче, давайте приступать. Гадство. Так, сейчас нужно налить воду вот сюда. Так, откручиваем пробку. И наливаем. Как раз хватило. Итак, теперь нам нужно отсоединить вот эту штуку от самой пластмассовой трубки. Так, вот я отсоединил, и теперь нам нужно это опустить в воду. И что произойдет? И ничего не происходит? Что за гадство? Сейчас я вернусь. Так. О, смотрите, вот. И оно окрашивается вот таким вот красивым окрасом. Довольно неплохо выглядит, мне кажется. Его можно передвигать. Так. Ни хрена, оно тут даже обламывается. Вот это да. Довольно интересно. На этом четвертый эксперимент закончен. И последний, завершающий эксперимент, пятый. И что нам для него понадобится? Во-первых, это понадобится стакан, обязательно прозрачный, чтобы было все видно. И вот бутылка. Она сейчас пустая, но нам нужно открутить пробку.
гадство. Одной рукой не получается. Точнее, это сложнее, чем я думал. Ну, короче, и налить туда воды. Погнали. Вот я налил эту воду, прекраснейшую, чистую, короче, великолепную. И теперь нужно резко налить эту воду сюда вот в этот стакан. Сейчас я покажу, как это нужно сделать. Так. Сейчас приготовимся. Так, не капать здесь. И... Оп. И что мы можем увидеть? А вода-то дальше не льется. Я, честно, забыл, почему это так работает. Напишите, почему, в комментариях. А если мы уберем... Так, если... Я сказал, если мы уберем, вот оно начнет прибывать. И вот опять не прибывает. Прибывает, не прибывает. Прибывает, не прибывает. Так, мне кажется, лучше сейчас доставать. Так. Опа-на. Так, в принципе, вот такой вот эксперимент. Это был заключительный эксперимент. И мы переходим к прощанию, так скажем. Точнее, заключению к нашему видео. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Это тоже очень важно. Ну, а всем пока.